Приветствую вас на канале Мейсер Мейстер. Российская компания NC Custom появилась как подразделение бренда «Северная корона», который в свое время производил не только разнообразные ножи, но и холодное оружие с дорогим художественным оформлением. NC Custom была создана для того, чтобы переключить вектор в сторону создания рабочих ножевых инструментов. Сегодня мы о них и поговорим. NC Custom выпускает ножи средней ценовой категории в районе 100 американских долларов. При этом финишная обработка и подгонка деталей выполняется вручную, как и на гораздо более дорогих ножах, что обеспечивает высокий уровень качества конечной продукции. Появившись в 2017 году, компания NC Custom сразу же обрела узнаваемый стиль своих изделий. Наиболее популярными являются их ножи для туризма и охоты. Серия Outdoor. Эти ножи привлекают внимание характерным сочетанием рукояти из мекарты серо-зеленого цвета и клинков с пескоструйной обработкой или Black Wash. Они потрясающе надежны и могут потягаться в тяжелой работе даже с легендарными американскими ножами от Bark River, с которыми их очень часто сравнивают многие пользователи. Все ножи этой серии имеют конструкцию Full Tang, когда весь нож выполняется из одной стальной заготовки, а рукоять сформирована за счет двух накладок. Внушительная толщина клинков около 5 мм, которая практически не снижается к кончику, на большинстве моделей позволяет не бояться сломать нож даже при самой тяжелой работе. Дополнительную надежность этим ножам придает использование на многих моделях стали Loman PGK, важной характеристикой которой является пластичность и ударная вязкость клинка, закаленного на высокую, порядка 63 единиц по шкале Rockwell, твердость. Отдельного внимания заслуживают рукояти этих ножей. Характерные накладки из мекарты обладают невероятной тактильной притягательностью, удовлетворить которую вы сможете, только взяв этот нож в руки. Ножами Outdoor серии очень удобно работать, они прочны и надежны. Но благодаря таким рукоятям вам постоянно хочется просто держать этот нож в руке, ощущая тепло мекарты. Похожей на аутдорную серию по исполнению, но не по назначению, является серия городских ножей с фиксированным клинком, которые также надежны, но предназначены для ношения под одеждой. Как правило, ножи этой серии обладают более короткими клинками и рукоятями, но основные качества ножей NC Custom сохраняются и здесь. Еще одной узнаваемой серией являются авторские художественные ножи. Перенеся свои умения из родительской компании, мастера NC Custom создают высокохудожественные ножи, сохраняя более чем приемлемую цену и утонченную эстетику изделий. Взгляните на модель Харука, которую с первого взгляда можно принять за дорогой кастом в японском стиле, а посмотрев в магазине, приятно обрадоваться цене около 45 долларов. NC Custom выгодно отличается от многих российских производителей ножей тем, что не имеет даже минимальных отсылок к классике отечественного производства. Современные материалы, европейские стали и технические решения, которые можно увидеть у самых передовых мировых производителей. При этом ножи имеют узнаваемость и общую концепцию, подчеркивающую, что это ножи из России. Ножи NC Custom очень ярко отражают те тенденции ножестроения, которые так любят на нашем внутреннем рынке. Потрясающую надежность, внешнюю простоту, внимание к деталям и сравнительно невысокую цену. Однако эта же концепция продвигает продукцию компании и на мировой рынок, где изделия NC Custom так же популярны, как и на родине.